Ты просто думаешь, что она какой-то очень странный человек. Ты не знаешь, что она тебя не любит. И она не любит тебя не потому, что ты такой или такой. Она вообще никого не любит. Открыли коньяк хороший, французский. Смотрите, так такая дымка. Начало лета, вечереющий Париж. Так красиво. Вы так отпили, сделали хороший глоток. Потом еще сразу один. Тут так все согрело вот так вот. Посмотрели, дымка усилилась. И смотрите так вот на это, и думаете, а неплохо, вообще неплохо. И вдруг увидели людей, с которыми вместе летели в самолете сегодня утром, на них раздражают, сейчас смотрите, хорошие люди, симпатичные, привет. А вместе с Готовальней уйдет в небытие и Росфедер. А это прекрасная была вещь, им же можно было не только чертить, но еще и брови выщипывать. Увидите, будет мило, красиво, недолго. И если сжечь даже 50 корабликов, все равно недорого. И еще, когда они загорятся, вы сразу почувствуете, что да, вот это вот финал. И еще я вам сейчас я вам подскажу, как надо думать по этому поводу. То есть вы когда это будете видеть, как они горят, вы подумаете про него, ну то есть про меня, подумаете, о, смотри-ка, начал с кораблика, закончил корабликом, какая крепкая композиция, молодец. Один мужик сидел и на 20-й раз, как меню в ресторане, перечитывал программку и сверял ее с тем, что происходит на сцене. А кто-то сидел просто безвольно, уставившись в впереди стоящее кресло. Я подумал, а что это такое происходит? Что происходит? Я же знаю этих мужиков, это сибирские мужики. Это люди не подарок вообще. У тебя много друзей, да, у тебя много друзей. Давай пусть друзей будет поменьше. Пусть поменьше будет друзей, потому что есть прекрасная альтернатива. Приятели. Не чувствуешь разницу, что ли? Ну, приятели, кто такой приятель? Ну, давай. Кто такой приятель? Приятель. Это приятный человек, в отличие от друга.